Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Этот месяц обещает быть очень интересным и насыщенным для представителей знака зодиака Близнецы. Астрологический гороскоп на февраль 2020 года пророчит много интересных событий, неожиданных, но приятных ситуаций и многого другого. Но есть и одно небольшое «но». Оно заключается в активности. Если вы представитель знака зодиака Близнецы, то вам нужно быть как минимум немного активнее, иначе все самое интересное так и не произойдет. Позвольте удаче и судьбе в целом проникнуть в вашу жизнь. Не ограничивайте себя в свободе, не закрывайтесь в четырех стенах. В середине месяца многим представителям такого знака зодиака, как Близнецы, может сильно повезти, особенно в вопросе поиска себя и своего призвания. Независимо от того, мужчина вы или женщина, вы сможете найти свое призвание, но не стоит слишком сильно им увлекаться. Уделяйте побольше внимания родне и близким, ведь в противном случае вы рискуете нарваться на конфликт и отчуждение. И что не менее важно, в конце месяца обязательно позаботьтесь о своей безопасности в плане общения. Постарайтесь хорошо проанализировать свое окружение и особенно тех людей, что появились в вашей жизни в феврале или январе. Велики риски на то, что среди них окажется корыстный человек, предатель или просто человек с нехорошей энергетикой. Работа и карьера. В карьере и службе в целом пророчится продвижение вперед, переход на новый уровень или новую ступень. Все, за что бы вы ни взялись, может принести немало успеха. Но сама фортуна к вам не придет, ее придется приманить как минимум стараниями, трудолюбием и инициативностью. Проявите на работе инициативу, если вы подчиненный, или начните видеть инициативы сотрудников, если вы начальник. Поверьте, это принесет пользу. А еще в этом месяце у вас может сильно вырасти самооценка и самоуверенность. Могут появиться новые идеи, в которых вы будете сомневаться. Но не стоит сомневаться в себе и своих идеях, как и в мечтах. Просто начинайте воплощать все в реальность. Хотя бы попробуйте. Финансы. В плане финансов должны быть заметны вполне неплохие улучшения. Прибыль может увеличиться, начальство может дать вам премию. И вообще, даже старые должники могут внезапно нагрянуть к вам с идеей отдать долг. В общем, с деньгами должно быть все хорошо. А еще, возможно, именно в этом месяце вы сделаете то, что в следующие два месяца принесет вам еще большие деньги. Шансы достаточно велики. Семья, любовь и отношения. В плане любви гороскоп Близнецов на февраль 2020 года обещает много хорошего, но далеко не всем. В первые недели гороскоп пророчит новый роман или как минимум знакомство с человеком, с которым вы будете ближайшие три месяца. Но не спешите бросаться в омут любви с головой и не притворяйтесь тем, кем не являетесь. Будьте собой, искренне и честны, и тогда разочаровать человека не получится. Не нужно будет врать, и отношения можно будет проверить. Семейным близнецам, особенно мужчинам, в третью неделю февраля нужно быть поосторожнее в плане высказывания недовольств второй половинке. Отношения могут начать трещать по швам, если вы не сдержитесь. Будьте начеку, держите себя в руках и будьте максимально честным, но в то же время мягким в отношении второй половинки. И вообще, постарайтесь не допускать даже шансов на ссору, особенно если ваш партнер принадлежит к огненной стихии по знаку зодиака. А вот свободным дамам как раз-таки стоит попробовать себя в отношениях с мужчинами огненного знака. Начало новых отношений в конце месяца будет очень даже успешным. У мужчин дела обстоят чуть хуже, но шансы на что-то хорошее все же есть. Здоровье. Гороскоп знака Близнецы на февраль 2020 года обещает много хорошего и полное отсутствие проблем со здоровьем. Ваш энергетический потенциал будет настолько большим, насколько он больше не будет в этом году. Но опять же, все зависит не только от гороскопа, но и лично от вас. В общем, будьте начеку и не рискуйте. Поберегите себя и не совершайте необдуманных поступков. Напишите в комментариях, какие еще темы вас интересуют касаемо вашего знака зодиака. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. До встречи!